Отошли от машины. Отошли от машины. Ты старший школы. Видео в прямом эфире в YouTube выкладывайте. Скоты. В YouTube. Откроем. Выпускай! Отпустите его! Успокойтесь! Отпустите! Животные! Павла Тенерифе задержали только что! А за что вы меня задерживаете? Какое неправильное время? А до этого за что вы его вели? А куда вы его? А чего вы его к 7 утра караулите под домом? Мужчина, задавайте провокацию, пожалуйста. Да нет, это мой брат, во-первых. Я имею право знать, что с ним, чтобы вы понимали. Это не провокация, это просто вопрос. Ваша фамилия, имя, отчество? Думенков Павел Александрович. Сейчас, значит, административный процесс. Съемка разрешается только по дозволению вашего ходатайства. И что вы значит? Не заявляли ходатайство о проведении видеосъемки. Хорошо, я заявляю ходатайство о проведении видеосъемки. Я его отклоняю. Вы не являетесь участником административного процесса. Если это видеозапись, это же против него, а не против меня. Вы не путайте, вы не подмениваете это самое, нормы и правила. Процесс, не показывал, никто не показывал, я свидетель. Никто документы никому не показывал, он убегал от двух мордоворотов. Почему вы все упускаете, начали снимать моменты его задержания? На школьном дворе, объясните, пожалуйста. На каком школьном дворе? Потому что я не успел так... На школьном дворе, какая разница? Так а зачем? Вы меня просили. Ребята, сегодня просто пикет на универмаге на новом. Светлана Тихановская собирает, подписи. Меня не отдают, просто не хотят, чтобы я там был. Я сам скажу. Вот так вот все. Загребли на всякий случай. Особо активных, чтобы не попал на универмаг. Да им стыдно. А что случилось? Что случилось, Олег? Я въехал под знак. Мне сказали, что меня повезут в РОВД на эвакуаторе. А под какой знак? Слушайте, снимаешь? Чтобы вы вышли из машины немедленно. Причина на то. Маша, я в нормальном состоянии. Ну, конечно. Алкогольное опьянение. Да нет никакого опьянения. Наркотическое. Есть основания полагается, что в данном транспортном средстве запрещенное. Ребята, стойте. Это у вас ведется административный? У нас ведется процесс административный. Хорошо, мы будем. Хорошо, будьте. Никто не против. Запретите, потому что действия запрещаем ведение. Хорошо, я не веду съемку. Гражданин, противное правонарушение. Сегодня у меня в руках плакат. Это я сюда пришел для того, как выказать свою солидарность с теми, кто не побоялся и вышел сегодня на Комаровский рынок, кто супер с Лукашенко и кто за честные выборы в нашей стране. Хлопцы запихнули, скрали, молчки закрыли дверь и полетели.
як вар'яти ніякі. Головне, щоб люди не за... О, зараз мене покликали. Це вот эти парни, да? Оля, вот двое. Снимаю, снимаю. Фамилия ваша? Я взял, вам не спросил, покажи, конечно. Позор вам!